Представители ДНР сегодня заявили, что продолжают удерживать позиции в районе Дебальцевского котла, где заблокировано несколько тысяч киевских военных. По данным ополченцев, украинские офицеры бросают своих подчиненных и пытаются покинуть зону окружения. О слабом боевом духе силовиков говорят и кадры нашей съемочной группы из поселка Редкодуб. Это одна из стратегически важных точек около Дебальцева. Как выяснилось, силовики, по сути, бросили это место и в спешке отступили, несмотря на то, что район был хорошо укреплен. Репортаж Антона Степаненко. С батальонной разведкой мы едем в поселок Редкодуб. Теперь это освобожденная от украинской армии территория Донбасса. Но бои на юго-восточном направлении Дебальцевского котла продолжаются. Блокированные в этом секторе части вооруженных сил Украины настолько деморализованы, что не предпринимают попыток контратаковать. Они лишь пытаются сбить наступательный порыв ополченцев на город Дебальцево артиллерийской стрельбой. Освобождение Редкодуба имеет для донецких войск стратегическое значение. Украинские войска отступали туда, в сторону Дебальцева. И от Редкодуба до Дебальцева занять рубеж обороны им просто негде. Чистое поле. Оборону здесь пытались держать солдаты батальона «Киевская Русь» и 128-й горно-пехотной бригады, куда добровольцами шли служить боевики националистических батальонов. Танковое подразделение их поддерживало. В землю здесь они зарывались с июля. Окопы, огневые точки для круговой обороны, ходы сообщения, блокпосты на подступах. Это опорный пункт обороны украинских войск в южной части поселка Редкодуб. На небольшой площади как минимум 3 хорошо укрепленных блиндажа, которые, как говорят военные, могут выдержать даже прямое попадание реактивным снарядом «Град». При желании оборону здесь можно было держать долго, но, видимо, желания держать ее у украинских солдат не было. 7-я бригада вооруженных сил ДНР штурмовала этот укрепрайон 2 недели. Увидев его изнутри, ополченцы сильно удивились, насколько малой кровью удалось его взять. Побросали все, побросали технику, форму, снаряжение, телефоны, личные вещи. Уходили полностью налегке, забирали с собой только личное оружие. И действительно, пожитки украинских защитников Отечества до сих пор проветриваются после боев на веревке. Продуктов целые ящики, спальные мешки, рюкзаки, военная форма. Символы украинской государственности, флаги, брошены вместе с тряпьем на землю. Этот мусор ополченцам не нужен, а вот за вооружение они благодарны. Спасибо за оставленную технику, которую здесь бросили, которой нам так не хватало. В общей сумме при отступлении они оставили здесь 4 танка, 3 БМП и восемь, которые сейчас пойдут на ремонт и дальше будут уже воевать только на нашей, скажем так, наших интересах. Боеприпасы украинские солдаты даже не пытались скрыть, что получают их из стран НАТО, в частности из Румынии, бросили тоже, как и своих погибших однополчан. Мы не знаем, что их бросили. Боялись, наверное, вот и убежали. Они убегали, своих людей на гусеницы наматывало. Мы захоронили около 15 человек здесь именно. Пробовали связаться с начальством 25-го батальона. Тот на контакт никакой не шел. Тела они забирать отказались. Поэтому мы их просто придали земле здесь. Если родственникам нужно было, будут, они приедут, смогут достать и нормально уже перезахоронить своих ребят. С освобождением Редкодуба Дебальцевский котел стягивается вокруг украинской группировки все туже. А за время боев ее численность, по сведениям ДНР, сократилась уже с 8 до 6 тысяч человек. Наступление на Дебальцево продолжается. А между тем рядовые солдаты даже не догадываются о том, что попали в окружение. Командиры им об этом просто не говорят, чтобы не спровоцировать массовое бегство в плен. Командный состав передового командного пункта штаба АТО покинул Дебальцево, фактически бросив своих подчиненных на произвол судьбы. Сдавшиеся силам ополчения пленные украинские военнослужащие заявляют, что среди окруженных Дебальцево силовиков военнослужащих старшего офицерского состава, способных грамотно организовать оборону города, не осталось. Мы неоднократно говорили, что простые солдаты до сих пор не знают, что находятся в котле, что они фактически обречены на уничтожение. Все это благодаря своим офицерам, которые себя спасают в первую очередь. По данным Минобороны ДНР, полковники Павлов и Цыганок, вот их документы, вслед за другими украинскими офицерами, также пытались спасти себя. Бросив личный состав на гражданской машине, они попробовали проскочить по перекрытой ополченцами трассе в город Артемовск. На блокпосту их хотели остановить, но приказу они не подчинились. И по машине открыли огонь. Погибли оба.